Приветствуем всех на YouTube-канале интернет-магазин пряжа-пряжа.су. Сегодня подготовили для вас красивый узор, рельефный, подойдет для мужских и для женских изделий плечевых. Можно связать набор шапка и шарф. Пряжа хорошо держит форму, вначале идет резинка 1 на 1 и далее основной узор. Лицевая сторона и изнаночная сторона. Также подойдет узор для пледа. Смотрите, это пряжа мериносовая шерсть, внизу будет ссылка под этим видео в описании на всю цветовую палитру, можно будет перейти и оформить заказ. В нашем интернет-магазине представлена широкая цветовая палитра этой пряжи. Раппорт узора 4 ряда, 3 петли плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Давайте приступим. Я заранее набрала петли, 12 петель, это на 4 раппорта по 3 петли. Плюс 2 кромочные, это 14, и 1 для симметрии петля, это 15 петель. Первый ряд. Кромочную петлю снимаем и провязываем до конца ряда все петли лицевые. Провяжите самостоятельно. Оставляем ссылку на наш телеграм-канал, подписывайтесь, там публикуем новинки, скидки нашего магазина. И также бесплатные мастер-классы от рукодельниц часто выходят. Последний был, там шапку публиковали от рукодельницы Алены Спицыной. Второй ряд. Кромочную петлю снимаем и вяжем все петли изнаночные. Узор вяжется очень просто. Так. Вначале кромочную снимаем и в конце кромочную провязываем изнаночной петлей. И приступаем к вязанию третьего ряда раппорта. В третьем ряду кромочную петлю снимаем, вяжем 1 петля лицевая, 2 петли изнаночные. И так вяжем до конца ряда. 1 петля лицевая, 2 петли изнаночные. Повторяем. 1 петля лицевая, 2 петли изнаночные. Лицевая, 2 петли изнаночные. В конце 1 петля для симметрии, 1 петля лицевая и кромочная. Нам остался четвертый ряд. В четвертом ряду кромочную петлю снимаем и провязываем все петли до конца ряда, все изнаночные. В конце будет петля кромочная. Кромочную петлю провязываем также изнаночной. Есть. Давайте посмотрим, что получилось. И теперь повторяемся с 1 по 4 ряд. Покажу вам еще раз узор. Рельефный. Хорошо держит форму. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новых выпусках. И также подписывайтесь на наш телеграм-канал. До свидания.